Знахте ли кэша тайм пацахадон тели радиокомпании Ира эфира информацион равахт абон студии Часья Талина. Радионал цбртай равахда сайрагдар диматыл. Январь мая валам хас ихцай параста ама фафилдар гунд кустмызд. Брифинджер астаджа фекусын котта митко такти министр Газзат Валерий. Равнал застынук хадзарты арастадма. Вахс растаджи Харибат Исаковангл ахавцисты дуа биравеладзигун зарунд хадзары. Радун Харзауден ахвыз. В России сармагунд хастун операции хастун тэм нырта ахвызы кух вадарх котту Ленингоры районы царчтэм. Митинг тэ гурдзистуны. Фасарайнаг агенты Фадыл парламент цезагуны проект рахаста вынахма вақт сәвы митингті. Митқұттәкт министр Газзаты Валериян уағдарцет брифинг. Я дәлбар вәвәк көстуаты архайды Фәділ министр радзыртта журналистен. Күдбаны санкуттауы мәгәскә фәфіл дәрудзісті көстмісті әмә январы мәярайсісті вәләм хас ықцай фәрәсті. Бәстуын дәрәй науац қасак чертқұт әрегіні бацетті гүнд үрмәджі. Сакусты бюнетті бұқаққат ұрсыдысты афтама фафыл дәрудзен сакус мүстер. Я брифингер әстәджі разыртта митқұттәкті министр Газзаты Валерий. Азы форстыл базыртой Мәскөй, я фимбәлдір әстәджі өресей федерасы митқұттәкті министр Игір Зубовиме. Валам қос ұқсай фәрісті, әмі фафыл дәргүн көстміст райсысты фетзәгім январай. Мүстәм юмиогасиске бафтсан фонд мин сумы бәрд. Три рабочих места сохраняются, ну и мало того, еще и ожидается повышение заработной платы. Что касается самого соглашения, пролонгация, фактически произошла пролонгация того соглашения, вот, и оно продлевается на ближайшие три года. Вот, то есть в ближайшие три года сокращение по Министерству внутренних дел не будет, и одновременно будет повышение заработной платы. Если говорить о цифровых показателях, числовых показателях, то где-то в среднем произойдет повышение заработной платы. Если средний уровень заработной платы на конец 2022 года по Министерству внутренних дел составлял 42 тысячи рублей, средняя заработная плата, то сейчас она поднимется где-то до 47 тысяч рублей. В среднем где-то около 5 тысяч рублей составит прибавка к заработной платы каждого сотрудника. У кого-то может быть чуть меньше, у кого-то чуть больше, но в среднем это будет около 5 тысяч рублей. Вот. И что еще немало... Зарплату они получат с перерасчетом? Зарплату они получат с перерасчетом. И что еще немаловажно, мы приняли принципиальное решение, что повышение заработной платы не коснется высшего руководства Министерства внутренних дел. Это для нас было принципиальным моментом. Это касается меня и моих заместителей. В России Федерации Ахозкане самая хоздаркана материал он технику форстар. Тубамин дуэндека гаймазы дик абрымай митхутакти министрады автопарк по хаст ног машинатай. Эртен афт, автотранспортон и вэджалаверд эрцет кустуатан. Ацак ци дзуря гуувыл, ама митхутакти министрады проблематам кейс вэлдай хустар. Составляют нормативы положенности и так далее, оно где-то удовлетворено на 95% как бы. При всем при том, в серьезном числе автотранспортных средств, которые находятся, потому что, ну, кто понимает эти вещи, есть управление, есть заместитель и так далее, то есть положено вообще одна единица автотранспорта должна обслуживать примерно 5 сотрудников. Как бы. Ну, мы не достигли этих цифровых показателей. Сейчас, если говорить по казенными вещами. Но с другой стороны, опять сравнивать текущие состояние материально-технического обеспечения, в том числе по транспортным средствам, и допустим, я уже не первый год работаю, и с тем, что было лет 20 тому назад, ну, это небо и земля, конечно. Дзерцит программа адаскурата тахайдар. Бонусанерцит квест дарт-дардар кайцавы, ама тоғрастаджи кайскусцен аппад гурахстай. Есть опять-таки проблемы финансового характера, потому что нам необходимо лицензионное программное обеспечение, которое все это будет выдавать, допустим, те же письма счастья, которые будут выдаваться в автоматическом режиме. И уже не будет такой нагрузки на личный состав, на сотрудники, они будут с этим справляться. Это фактически, представьте себе, что если кто-то сталкивался с работой архивом, что такое иметь память, что такое картотека, допустим, если у нас информационный центр,
и это все находилось на бумажном носителе. Когда понадобится определенно в определенный момент какая-либо информация, или нам, или же тот же гражданин приходит к нам и хочет получить, допустим, справку об отсутствии у него судимости и так далее, вот это все, конечно же, занимает определенное. То есть это фактически попытка пойти в ногу со временем. Мы все базы данных, которые ведутся в МВД, и пораньше судимые, и паспорт нам стали, и так далее, и так далее, и так далее. Мы просто их, по большому счету, вы правильно сказали, это просто система управления базами данных. Мы переводим их на цифру, и в дальнейшем, конечно, мое видение, вот, продукт, это все отразится на качестве предоставления и сроках предоставляемых услуг. Самая митхотакт министра до кус хоздар кана, уйта хайфанд канэнц, база тахият та системае. Кус на пинуны канэн дзерцаве информации хак канэн амайл ба куса на фадл. Аца системае фарца куса ста митхотакт министра до дал хайтта ама уйта бас ту царжа та лаккат канэнл. Вудун намаца паца хадун афта инспекции, миграции управлени, паспортун, визай служба, лицензи канэн хаят ама андартам. Перевели одну из подразделений, одну роту в оперативное подчинение города Цхинвал, и по настоящее время, ну, я так думаю, что вы не дадите соврать, определенные позитивные результаты оно дает. Казат Валерий Радзер та знун министр дадал хайтта фатих чендергун режим мекера хаста стави фадл дар. Ацу в нафа истер сид ада синада совета оперативу нэмберды ама уагдар сид паца хада сарлаваджа хаславерд мекаскам. Как одну из силовых подразделений, конечно же, не можем исполнить решение коллегиального органа. Совет безопасности вчера был собран по указу президента республики. Да, Министерство внутренних дел перешло на усиленный вариант несения службы, но одновременно я хочу успокоить наше население, что никакой такой острой или такой критической опасной ситуации нет. Это фактически превентивная мера. Мы отслеживаем в усиленном режиме ситуацию на сопредельных территориях, на приграничных территориях, во избежание возможных каких-то коллизий. Брифинг мазерцед митхотакти министра до архайда эндер фарстателдер. Четкотирегина котсте айда комариктата фатима информацион раохт. Абун. Ног нареккон дуэ биревелацгун хадзара арастер цавзан харибаты исака венгл. Уэм эртендикагам ама эртенықса замх арастет дараг эрцисты адзалла гуаварма, ама сақавы нугай саразын. Гурет администрацийны ридаган архайы царжиты растагма эндар хадзартам аканынил. Вайфаста аражиты авастиятай ирвналзисты арастадун костытам. Бастун дарай наосхаса гутта талюна бацаттагунд ирмаджи. Мене хай у Ісака вулиця. Мене хай мідеме заїзд два двор кешу. Мене хай у зерунд, хай у трьох подізні. Іме считається, це об'єкт строїтельства 75-квартирного жилого дома. Дуамін дуен ртеке гам дуен фанзе мосте інвестицион програма реалізалси кенне фалгата харибати Ісака венгал ртендеке гам а ама ртенгса замбіра валазгун зерунд саран хазарта ахавцисте. Ама сабенетте арастер цаузен нук фунз валазгун горбусте. Проект мегаске хазарта ісай уэдзен фанзай фунз фатерон инета дуен. Общая сметная стоимость этого объекта составляет 264 миллиона 808 тысяч рублей. Из них строймонтажные работы 247 миллионов 720 тысяч рублей. Разбивка следующая по квартирам. 20-квартирный, там будет 5 однокомнатных квартир, 5 двухкомнатных и 2 вида трехкомнатных, 10 квартир всего. Всего будет 20 квартир. Это в одном доме, блок Б. А в блоке А будет 10 однокомнатных квартир, 3 вида двухкомнатных квартир, всего их 25, 10 трехкомнатных квартир и 10 четырехкомнатных квартир, всего 55 квартир. Проект подготовлен проектной организацией из Владикавказа, это называется «Геополис». Они занимались проектами жилых домов, также расположенных в районе Царза и в районе бывшей текстильной фабрики. Сержета Кодзехан Суме Гаска Амбалон инстанции там и умедува хаттене бахаттедесте Амасен Кайзехане Каве Ахсас Гону Нерсе Хазер Тебенете Ногорасте Текайвезен Дуве Хазара Дар Арастер Цедесте Невецем Асте Амавадай Фесте Марацет Бире Растег Басте Хайте Арцедесте Азалла Говермен Амасете Сагут Серендер Бире Валадз Гон Серен Хазер Теймаса Иве Тенг Бакек Дар Та Дуве Мин Истем Азе Август Хестер Гурете Администрации Кухтари Вегадар Хайце Мейдзе Це Адам Сере ودون رستگم اندر بناتم آکنوی گورت سخینوال ادمینیستراسی سرخلا و کاتستگین و بانزان کتا زغگز بیر پرابلیمون فارست تاییز خزار آلوارسیز آخم آرستت تا گاراش تا اما منگ آغست تا اما سقه و آخافن اما آس فارستل نریدگن کست سوه زیسکیویم وزموشنستی اوتی اچردنوی راست پریخر
чтобы более подробно изучить ситуацию о сносе здесь на месте, гаражей и вот этих домов, типа домов, которые понастроили над гаражами. Происходит какое-то наложение, типа мы хотим эти дома тоже выдать очередникам, которые, ну, ждут с нетерпением, когда мы им выдадим ключи от квартир. И в то же время нам надо отселить каким-то образом вот этих людей. Потому я и пришел сюда, чтобы еще раз встретиться с людьми, поговорить, обсудить и на месте уже самому определить. Вот. На днях мы еще с министром строительства будем встречаться здесь же, на месте. И после сноса этих гаражей и сараев мы людям выдадим под гаражи гаражные ряды. Mm-hmm. Вот. И там они смогут выстроить свои гаражи в дальнейшем. Эппет Валдарбону сонгун форсета куттерск утсогарцавой авта аражатар в нолзысты басты хайтта хофымман. Ама вейфаста таста аразымма. Авта мейду вазым ходмат сержита болицысты нограйдзастныры конфатиртам. Ама сынудзан алу вавартадар. Уттаты Алюна устаты завыр. Кумаритат Фатима информацион равагдабун. نیم بسته گفت تونتن سخستون آور تفخوز در کنن نسانن وقت فتصه و آلخوزون خرزاودن اکسیتم. نرتا ورسی سرمگون دا بیراتی خادیش تمی خوسک اخ فدارخ کود دا لینینگور رایون. دیمدار در کنن آواز خسته گبوست آگونده. Ленингура района Церджита гуманитаруна хосарвистой Украины сармагун хастун операции цейрун ла путаи суэдунан. Аджинак та консерв та хима зилан та карм заумат та маскула заутан фестаджита. Хос хастун там фахат са ацукури. Гуманитаруна хостан билкан на коттаджи хаядистой района сабидат та скула та мандар кустуат та кушита. Гуманитаруна хос варстер цедирун батальон тахсан. Гуманитарону хосала стой району Церджита Сахадак Сима Асид району Сархлава Гаджита Илари Ондар. Свалата Адам Школата Ленингур района Батахстасты Мацовтар Фандадича Мема наши руна пута обун фронтасты Алкезар Дадарца Махсой Алчи Дарца Орзе Мацимана Ваздонжина Дахтам Белкутой Ма зохту йофта Ленингуру нумейдам, Ленингуру свалатта нумейдам, Охургенджита нумейдам. Хоше воздонжинот, фахача кенут, мадам цен роорфа кенут. Малморфа кенут. Гуманитарон хостен былканы нахаят райста диккага мастав как скуладар. Ведунай кубазы той гуманитарон хос эрвест сэвзен вады сфэндку той акцима эрбайю авен. Талдараста джигаша хабарша нисобиру амава алчидар нанизай. Каруджина я бинун там я хаджар макуд нездахо. Аушафам, что ты думаешь, что нагрокенет? Мы вам иулдар во форсмастем, или что надо мы тенг бушесте, мы бусма волохи шот, что на шарах ворокенет. Мы на шарах будем бирават. Кусади достой на хасте он табузнек захту, а хам хосте хаям абон санку той сайра каесте свал лате фестаджета, а мы секунд нефтам. Са нефте в дес савестер варзон зинат на хасте он там фестент самай уй сарегас, а мы тагдер из дахой сарай гурам бастам. А хам акцитер важе хасте он тенгарен сарай гурам бастая вар زون زیناد کسین کنن سگرون کادم از هم کنن کلم کسین سوالا خیزیمم و من تا ایس استر نسانیوگ گوبوستاگونده مامتات گیناد اینفارماسون را وقت آبون Город Тбилиси центр митинг вагдарцет фасаре нагагинт нхме парламент закон проект рахаставой фадл. Митинг вавар фекарс дар парламент фцак бакасты аце инициатива фарс кубала удвад. Фалагурдзустон оппозиции кудбан санкутта автамай закон проект кадбун фаткай истерцет ваттар партита гурдзустон балицама адам тых зағын зағы дарттар дар ватсысты митингтам. Вавар фадл бастундарай у навац хастак плитияна репортаж. Асбунт Гурдзистун Смасон акцит сэвэ вэдун архаяк партии басырын кутой сэмэй парламентай инагент тэхэзэгана проект фэстэмэ раздахуй. Ахэмэна фэхасыр сэд сэмэй вавэр эрсабэр вавэй тэхэй. С использованием радикалов, с использованием определенных как бы, технологий для создания картинки, медийной картинки для западного как бы, обывателя и западной общественности. То есть все элементы, они присутствуют. Грузинские власти, видимо, все-таки переоценили свою устойчивость.
Фасак бунтет билиса вахцед мингай адам хаят кемистой ахам мидингта. Америджи югунштад тесараза варенц ахам хасцеме вавер карз дар кенуи. Немае президент информацион аналитикон управлений Сарлава Гвазекта Юри. Еще в конце прошлого года были такие сообщения, что значит Мирабишвили получил очень значительную сумму средств от некоторых западных спецслужб именно на организацию каких-то провокаций, попытки переворота и так далее. И сейчас то, что происходит, значит, в Грузии, это именно тот сценарий. Мы видим неприкрытое давление на грузинские власти именно в этом вопросе, в вопросе принятия, значит, законопроекта об иностранных агентах. И также в вопросе реагирования на подобного рода акции протеста, которые сопровождаются попытками захвата государственных объектов. Организации ТАЯ Архайда Фадл Фасарен ТАЯ Финансуна Хоскетсе ТАЯ Исэнц Уэдуна АСЭ законопроект Хэшченкэнэ Цэмэй Хэгдэ Слауэй Кэд Фасарэй Нагагин ТА АФТА. Вэчсэну Анэмэн Гавэк Кэдэмэ Фасарен ТАЯ Финансу Фэрэстэ Фэнзэм Хайд Дэмэнэ Исэнц Уэддэр. Загуна Нэхмэчи Ис Уэдуна И Барэнц Уэрэс Сак Загум Мэсэ Худэ Мэгэскэ АСЭ Загунист Кэ Эрцэва Уэд Вэй Акэнзэн Гурдзэстуна Афтаридаризмэ Эрдэм Амэкэрун Эрвэрдзэн Гурдзэстуна Фэнтэн Европа Имэ Иудзина Дэкэттаджэ. АСЭ Салтэразмэ Гурдзэстуна Премьер-министр Иракли Гарибашвили Фехусэн Кутта Дуэмин Дуэнцэ Пэрэмазэ Тбилисэ Фэнткэнэ Еврутсэдисэ Скунмэ Бацэн. Афтэма Республикэ Эппэттэр Аразэ Надумэ Бацэвэн Тэхэй. Эмэ АСЭ Законопроект Райсэн Танэ Санкэнэ Уэцэ Фэнттэ Кейнал сахасту дзистовый. Гурдзистун в России имея экономику басине, так и фихал тауэ ахусе из магурва вэрэ у мэвэл даймаям нэгулэн бэстэ тэрт. Гирэн кэнэнц евроинтеграции сисэнэ тэхэй. Загэбэнэтун кухтари агад в России мэкэсэ кармцэстэн гасэй. Давление на грузинскую мечту со стороны западных стран, там отдельных групп политиков, оно идет давно. Оно приобретает самые разные формы и самые разные методы. Но вот подобные ультиматумы, подобные открытые заявления, которые звучат сейчас, видимо, они не прогнозировались настолько как бы зримо, настолько явно. Поэтому сейчас идут попытки сдать назад, отыграть какие-то моменты, но подобные методы, они наоборот сыграют на ослабление позиции власти. Уэймэйюмэ Европа и Дзурэн Загэт Билис Махурзэй Нисэн Галмэкэсэ Хусар Кавказа Бэстэ Тимэ Бастин Эттэфэдл Европарламентэ Делегации Кухтэрэ Гэнэг Марина Галуран Дзэгэ Зэгэ Европа Экцэдисэ Бирэ Бэстэ Тэстэ Вэцэ Байюгэн Дэрауэрэх Кэнэнэ Нэхмэ. Плитиана Гузэта Тэзэрмэт информацию Равахт Абун. Фараста май ивэнда сам март махусари рэстуна вахт сэвзэсты цэцэйнаг республикэ культурэй бунтэ. Са программа у казнэгэмэ цэмэдисун. Официалун церемонии фэстэ пацахадун драмонтеатры равдисэсты спектакль бэйла. Дэ сэм амэ ивэнда сам март та айвадуаржэ тэн фадатудзэн пацахадун академиюн ансамбль вайнахэ концертмэ бакэсэнэн. Фцак хат хусари рестон вахт севдесте цесайнаг республике культурай бунте. Цал дар буне дарга хусари рестойнаг сенема кэшетен фадату дзен халарадун республике культура ама айвадлен бенег дар базуненен. Абу мазал табай гомесе цичинаг давай. Лирман тава нумал парса хадун урасак драмун театр равди сен роман герой нашего времени мэгэска эверт спектакль бэла. Аце спектакля нистерен тэснер дуаз гастроль тэцэвэ варэси ама цэгат Кавказэм. Культурай министрады кутбан сан кутой автамэй мазал тэфалгэте Цецэнэ делегации Фимбалдзэн Хусари Рэстуны Кухтарэ Гадимэ. Сегодня официальная делегация уже прибыла в республику. В 18.00 состоится официальное открытие Дней культуры Чечни в Южной Осетии. И на сцене Гострам театра состоится показ спектакля «Белла». Завтра в 11 часов состоится официальная встреча гостей с руководством республики, после чего наши гости возложат цветы к мемориалу защитникам Отечества. В 15.00 в Государственном комитете информации и печати состоится брифинг с участием руководителя делегации, руководителя творческих коллективов. Айвадуаржэ тэмэ бакэсэ стэпацэ хадун академиюн ансамбль вайнахэ айвадмэ. Концертэ вахт сэвдэстэ дэсэм эмэ юэн дэсэм мартэ. Алухызун кафтэ номэр тэрэс угнацун вэлэ дарэс ансамбль репертуару гэзнэк эмэ цэмэдисун. Билеты на концерт были раскуплены сразу же, в первый же день, когда они поступили в продажу. Изначально планировалось провести только один концерт, но из-за того, что концерт вызвал очень большой интерес югостинского зрителя, и билеты на концерт были распроданы в первый же день, было принято решение. И по договоренности с руководством ансамбля «Вайнах»
будет проведен также повторный концерт, второй концерт, который состоится 11 марта в Костром театре в 14:00. Սացանը Հիսպուբլիկայի կուլտուրայի բունտա ուղղցավ ձստը իվեն դեսան մարդմը մոզալտա ուղղցավ ընձ դու է Հիսպուբլիկայի խսան ըմգստադը վալգատը։ Կուլտուրայի մինիստրադը մակուտ բանուսանքու տույ ավտեմեն խուսարի իրստուն դար եկ կուլտուր ու Райсум республика Юдзен и Бугасест. Знавры районы Буней и Цепердес градусы, Ихсеве Цепар градусы карм. Цавы районы Буней и Вендес градусы, Ихсеве Ирте градусы карм. Куайсай Буней Аст градусы, Ихсеве Дуэ градусы карм. Ленингуры районы Буней Цепердес градусы, Ихсеве Цепар градусы карм. Республика столица Цхинвалы Буней Цепердес градусы, Ихсеве Фунц градусы карм. Ахам дистина информацион службе бацатте гундермечте, кеттерит теркусут хорс хабарте, эмэ нарадун финбэлдме эфиры.